Всем привет! МБР 512. В этом видео я расскажу свое мнение, какие у него там преимущества, недостатки, на мой взгляд. Вот. Покажу краткий отстрел в хрон, точнее результаты. Вот. И разберу потом еще. Вот. Интересный факт. Коробка, логотип, короче, по-еврейски находится. Как бы вот спереди, открывается она вот так вот назад. Она, кстати, расконсервирована, поэтому я не стал ее пакетом записывать, чтобы не пачкать ее в этой смазке. Вот. И, кстати, когда я расконсервировал и смазал трущиеся элементы, она стала как-то приятней. Она как-то красивее даже стала, когда она вот очистилась. Вот. И мое разочарование, в принципе, частично улетучилось, и это мне как бы придало новых сил. Вот. Так, в комплекте пружинка. Что мне нравится на наших, вообще вот на этой винтовке, то, что паспорт отдельно и отдельно руководство по эксплуатации. То есть получается, что вот эту макулатуру, вот эту вот, не обязательно с собой возить, если ты куда-то едешь. Я имею в виду в поездки какие-нибудь, на поезде, там, можешь взять паспорт, он потоньше, вот. И еще, что на отечественных мне нравится, что в паспортах всегда есть, номера, сертификаты есть, по крайней мере, должны быть. Вот, есть серийный номер, там, дата консервации. Это как-то успокаивает сотрудников некомпетентных, если они как бы не понимают, что пневматика, она, да, тут написано, вот, там, соответствует, там, если они не понимают, что пневматика, это, не регистрируется ничего, вот. С иностранной пневматикой такого нет, то есть у них просто инструкции, и все, и поэтому сотрудники иногда тупят, начинают там что-то искать, какие-то серийные номера, там, что-то там тебя задерживать. Вот, а потом, когда этому уже, объяснил нормально, доходчиво, что это, не запрещено провозить пневматику, и даже если нету серийного номера в паспорте, есть же, сертификат есть сама пневматика, вот, что он нигде не регистрируется, сотрудник начинает понимать и пропускает тебя, вот. С отечественным в этом плане очень просто. Сначала покажу результаты хрона. Я сейчас стрелять не буду, я просто фотку покажу. Вот. Пулька 0,57. Первый выстрел был 155, второй 164. Вот, для пульки 0,55 это нормально. Я просто знаю, как конкретно эти пульки стреляли. Если бы это была пулька, например, 0,5, она бы уже стрельнула бы 175 и выше. Я не удивлюсь, если 180. Вот. Эти пульки стреляют чуть-чуть как бы менее уверенно, чуть они потяжелее. Я думаю, что делать в тяжести, а просто они поплотнее входят. Наверное. При весе, который не особо. Я, честно говоря, не знаю. Вот. Но почему-то они чуть-чуть менее мощно стреляют, чем 0,5, Вот. А это пулька 0,68. И, тут вот три выстрела. Первый 146, второй 138, третий 150. Я считаю, что для 0,68 это, в принципе, уверенный результат, учитывая, что винтовка, очень мягкая пружина у нее, вот. Ничего с ней не делалось, она вся в стоке, вот. Я считаю, что это хорошо. Какие преимущества, я считаю? Во-первых, то, что это отечественный продукт, это, можно сказать, одна из главных причин, почему я ее купил. Потому что я хотел поддержать отечественного производителя, в принципе, то, что отечественные вещи наши достаточно неприхотливые, не так болеют, как там иностранцы. Я сейчас расскажу, о чем я. Вот. Они, конечно же, тоже там ломается все. И нашим, может, даже больше ломается, вот, если не заботиться, конечно. Вот. То, что распространенное, во-первых, то, что это очень хорошо, когда вещь распространенная, это значит, что полно комплектующих есть, полно есть всякие информации о ней, как бы тюнингопригодность, ремонтопригодность, вот, как бы баги, косяки все выявлены, вот. В таком духе. Вот, была у меня ситуация, когда я в гараже неправильно хранил пневматику, так получилось, так в жизни такая сложилась ситуация, что пришлось увезти, вот, и там хранился пистолет ИЖ-53 и 93-го года, и хранился там пистолет МР
654К и хранилась винтовка Кроссман. Так вот, спустя годы я все-таки добрался до них, и винтовка Кроссман, она, у нее там это хромирование было на стволе, вот оно все облетело, и она, ну, перестала работать полностью, не стреляет ничего, вот. А ИШ-53, он покрылся ржавчиной, блин, это пипец был, и 654К тоже покрылся, и я прям даже чуть ли не сполкнул, но потом я их баллисторчиком протер, и как-то все это очистилось, и самое главное, что они свойства не потеряли, то есть они как стреляли, так и стреляют. Вот, то есть к тому, что неприхотливая наша, вот. Еще было такое видео на YouTube, ну, не знаю, насколько это вообще целесообразно так рассуждать, но было два ствола с древних старых, отечественный ствол также покрылся ржавчиной, его зачистили, переворонили, и он нормальный был, а итальянский ствол, там ржавчина пошла в поры, не знаю, может быть, у нас металл хороший просто, поэтому вот так вот все, ну, короче, возможно. А, ну, в принципе, да, то, что винтовка, она в своем роде уникальна. А, поршень же у нее, да, чтобы вы видели, как я рассуждаю, вот, ход поршня у нее 82, а манжета, ну, ширина, как бы, манжета 25, ну, она же, как бы, ширина компрессора, там какие-то есть, может быть, доли миллиметров, которые я упускаю, вот. Потому что такого класса винтовка, вот такого, такого, с таким, как бы, ну, весом, ценой, внешним видом, ну, со всеми ее свойствами, это она уникальная в своем роде, потому что, конечно же, есть конкурентоспособные винтовки линии против этой мерки, вот, но фишка в чем? В том, что, ну, как бы, я не говорю про какие-то винтовки типа Кроссмана, гамма-подобные, у которых 100 ход поршня, вот, они уже, как бы, ну, типа Magnum класса, они уже более тяжелые, более, может, дорогие, так, ну, есть какие-то, конечно, более дешевые, там, типа Крал. Вот, но в этом классе она уникальна, потому что вот сами подумайте, взять винтовку, например, ну там шприц, да, шприц тонкий взять, но длинный, вот, и либо взять короткий шприц, но толстый, ну, предположим, вот есть конкурентоспособные винтовки, там 27, там Хацан Альфа 33, вот, ну, ход поршня покороче, там, да, а здесь Мажета поуже 25, ну, ход поршня побольше, так продуктивность именно в ходе поршня, короче, заключается. Вот. Например, те же самые Хацаны, у них там 25 ширина, как бы, компрессора, а у Гамма, например, 25, но при этом у них результаты по пулям, по стрельбе практически одинаковые. Но, правда, я так думаю, что Хацан все-таки, если поставить более тяжелые пули, типа громовых, Хацан будет увереннее, может быть, больше скорости даст, но, естественно, я думаю, что меткости никакой не будет, но это мое личное мнение. Ну, КПД, согласитесь, у длинного тонкого шприца даже будет больше, чем у короткого толстого. Вот, поэтому она в своем роде уникально неплохие результаты дает. Мне, кстати, понравились, я разбирал ее, мне понравилась резьба в винтах, то есть она вообще разбирается, как бы, без каких-то аномалий, все легко, никаких сорванных винтов нет. Вот, например, есть хачик. Ну и вообще, вот, и не только мой, а вообще многие хачики. У них с этим беда. Здесь даже пришлось новые винты заворонить, короче, новые винты сделать и перерезать даже резьбу. Вот. В этом плане у нас вот здесь все в порядке. То есть я даже удивился, когда ее разбирал. Так, ложа у нее, короче, вообще великолепная. Вот посмотрите, прям красивая такая. Вот по эстетике вопросов вообще нет. Прям красотка-красотка. Единственное, что вот этот закос по Монте-Карло, хотелось бы, чтобы она сюда выпирала, но на практике, на самом деле, прижиматься удобнее к более тонкой щеке. Вот. Ну, для понтов можно было, конечно, выпирание сделать, вообще было бы совсем красиво. И затыльник у нее резиновый. Это очень хорошо. Прям приятный такой. Почему я говорю очень хорошо? Потому что я так понимаю, что на предыдущих версиях не было резиновых затыльников. Вот, а здесь прям в этом плане все хорошо. Вот, что могу сказать по материалу. А, опять же, после хачиков, ну, я просто пистолет, пример, так, на самом деле, у них винтов то же самое. Здесь какой-то вот он стучишь, он достаточно, на самом деле, глухой, и ощущение, что он такой гибкий, как будто, вот, как будто он, ну, не прорезиненный, это, конечно, не прорезиненный, там пластик, но вот он такой, как будто бы упругий, что ли, вот. А здесь он ощущается как будто очень жестким. То есть, ну, то есть как будто он не упругий, жесткий. Даже звук этот такой, как бы,
очень высокочастотный, вот, и то есть тактильные ощущения другие, то есть вот тот как бы как смотришь, так и трогаешь, а этот как бы такой вроде бы такой красивый, приятный, но когда берешь, вот таких вот ощущений, конечно, нет, но на самом деле это не важно, главное, чтобы это все крепко было, вот, потому что если он, как я думаю, жестче, то он, возможно, более колкий, что может сказаться на использовании зимой, а я лично только зимой в основном стреляю. Вот, ну, если что, продаются ложи, ну, и будем надеяться, что я ошибаюсь, что это просто вот такой вот, как бы, оружейный пластик такого вида, вот. Так, ну, я говорю про свой экземпляр, у меня ствол не кривой, посмотрели. Я смотрел, там, знакомый продавец смотрел, вот, без нитки, а чисто на глаз, вот, с разных ракурсов смотрел, вот. А потом мы дома уже с ниткой проверил, как бы ствол не кривой. Мушка также, ну, проверил, что он не криво сидит. Вот. У меня, конечно, было ощущение, что там с левым глазом смотришь, как будто она чуть-чуть смещена. Вот, а правым как будто бы нормально. Но у меня может один глаз косить. Ну, я считаю так, что все, что в погрешностях, точнее, все, что на глаз незаметно, то в рамках погрешностях. Ластохвост тоже вроде бы нормальный. Есть, конечно, ощущение такое легкое, что он чуть-чуть влево. Чуть-чуть. Ну, вот надо смотреть не относительно ложа, а относительно самого компрессора и прицельных приспособлений. Вот так смотришь, вроде бы и нет. А вроде бы и да. Ну, хрен поймешь, тут, видите, да, можно по камере вот так вертеть. Вот. Ну, в общем, если он чуть-чуть скошен влево, то это на глаз не понять. А это говорит о том, что все это в рамках допустимого. Ну, я так считаю. А, материал компрессора. Материал компрессора, на самом деле, достаточно такая жесткая сталь. Там просто задиры были. Я их это убирал там напильником. Вот, достаточно жесткая, крепкая сталь. То есть, вопросов поэтому нет. Ну, хорошая сталь, полноценная. Вот, не какая-то там сырая херня. Вот. Ну, стреляет, вы видели, как заявлено все. Вот, полноценно. Вот, нарезы в стволе были тоже нормальные. И вот это, там задник, вот когда USM снимается, там задник, он глубокий. То есть, если ну, хотите что-то менять, не надо там его растачивать будет. Ну, это потому, что у меня просто MR 512. А если будет 512 M, то там будет он, насколько я знаю, не глубокий, что придется растачивать. Вот это плюсы были. По косякам, короче. Это на самом деле полуфабрикат. То есть, пользоваться, стрелять нельзя, потому что она сейчас в режиме самоликвидации. То есть, у нее, чем больше ты там что-то пытаешься трогать, эксплуатировать, но даже просто вот баловаться, стол переламывать, тем больше начинается, как бы, это разрушение на ней. Вот. То есть, она требует хорошего жесткого напилинга и, ну, естественно, знаний слесарных. Вот. Ну, тут как бы могут быть просто у нее еще косяки есть в компрессоре, то есть дно компрессора там с задирами, и я пока не понял, это устранимо или неустранимо. Я просто таким услышки, что вообще у нее как бы есть неустранимые косяки, которые, ну, только вот возвращать ее, короче. Ну, не знаю, короче. Вот. Ну, что по поводу косяков? Ну, про задиры в компрессоре я сказал, покажу все, буду разбирать. Отверстие перепуска у нее не совпадает, то есть, как бы, тоже покажу, вот. И, ну, я как бы на эту тему не переживаю, потому что, во-первых, не уверен, что он вообще на МРках где-то может совпадать. Вот. А с другой стороны, перепуск стал уже не 4 мм, а может 3,5-3 мм стал. В принципе, ну, люди некоторые так делают. В принципе, это допустимо, вот. Вот к этой части вообще вопросов нету. Единственное, что там есть штифт, где ригель, там есть штифт, который вот царапает, короче. Вот это вот рага компрессора с обратной стороны, я сейчас разберу, покажу. Вот. Да, то, что целик на бок, это из-за того, что он лежал. То есть, ну, сам по себе целик вообще какой-то достаточно люфтной, люфтит. Туда-сюда, вот, ну ладно. И он чуть-чуть на бок, как бы, здесь. О, вот так вот, сейчас ровно держу. Видно, что он как бы в правую сторону чуть-чуть как бы это. Туда вниз клюет, как бы. Вот. Я так понимаю, что это все дело в коробке. И дело в этой еврейской системе, потому что
Ну, вот как наши делают. Открывают коробку вот так вот. Ну, не еврей, если. И с правой руки кладет винтовку. Вот. И... А вот эта часть целика, она выступает больше. И вот получается, что она... Вот здесь заплатка есть, а просто бесила она, блин, потому что я в коробке перевозил. Ну, туда-сюда, вот. Здесь тоже заплатка, вот. И вот как раз она пробила вот этой штуки, ну, как бы коробку. Вот, и... Естественно, попортилась, потому что она под своим весом вот так вот в ту сторону. Если бы это был бы еврей, и коробка была бы наоборот. Вот, например, чисто гипотетически. И положил бы он ее с правой руки, а не... Ну, как с левой руки, точнее, положил. Вот так вот. То такого бы не было. Потому что эта часть короче, она бы вот так вот не склевалась бы, короче. Вот. И... Ну, короче, видимо, есть какие-то там свои загоны. Ну, блин, хорошо было бы, конечно, чтобы прокладывали. Может, приспособление так хлюпкое, вот. Так. Мне, когда я только его взял, мне не, прям не понравилось покрытие компрессором. Но сейчас оно, правда, лучше после того, как я его ну, очистил и как бы это протер своими средствами хода, привычными мне. Вот, а так оно какое-то было такое полузаляпанное, полу где-то матовое, где-то глянцевое, вот. Мне прям не понравилось. Я вообще, мне больше нравится классическое воронение, ну, как было раньше на Эмерках, и вот как... Вот на Эмерках было вот как на этом хаче. Он такое, как бы, есть такие юридические, как бы, отшлифования, не знаю, там, изготовления, вот. И вот это воронение прям прекрасно. Смотрится на мерках, вот было именно так раньше, как здесь. Сейчас я смотрю, что на более дорогих, что на таких, вот такая вот краска, вот, она вот сейчас-то неплохо выглядит, вот, а так изначально показалось, что как будто бы дешевым прям баллончиком покрыли, и все как бы, ну, чтобы не париться, вот. Вообще надписи, честно говоря, какие-то не особо качественные, серийный номер, но он, кстати, пробит здесь, так это хорошо, что он это... наклепом пробит, вот, и ну какой-то он такой прям странный, стрёмный, вот, ну это вот эстетика, конечно же. Так, ну что, я разберу, что ли? Извиняюсь, что, блин, так долго все это. Вот прям хорошо все раскручивается, без проблем, без каких-то нареканий, прям. Мне очень непривычно после хачиков. Вот. И там даже я на хачиках смотрел. В магазине там уже заранее там содранные винты. То есть как бы с завода, вот. То есть как бы кое-как собрали, а потом, когда начинаешь разбирать, с проблемами сталкиваешься. Вот, ну. Вот так вот. Ложе снимается. Вот оно. Тут, кстати, говорят, какой-то косяк внутри, типа. Что там что-то, какие-то штифтики. Ну, там, не прижимаются, вот. Ну, я пока еще не смог им пользоваться, потому что, как я сказал, это в режиме самоликвидации, вот. Здесь вот мне бросился в глаза кривой предохранитель. Это набок стоит. И я, как я раньше говорил, сейчас скажу, что я не знаю, так должно быть, может быть, так даже должно быть, поэтому как бы это не косяк. Но это пользоваться не мешает, вот. Так, задиры сильные были в пазах компрессора, вот в этих. Я их убрал, ну, чисто, чтобы, когда я вот даже обратно вставлял поршень, чтобы манжета там просто, ну, как сказать, не ободралась, она и так драная там была. Так, ладно. Разбираю. Вот такая вот. Ну, она у меня в стоке, поэтому я такую... Это кусочек от шапки для бани использую, вот. Так, сейчас возьму его насадку на шестигранник. Выколоткой не пользуюсь, потому что выколотка у меня еще не подготовлена. Вот. Такая вот выколотка, она, блин, очень острая. Ее надо это шифануть, короче. Не хочу портить штыри, штифты, вот. Просто возьму насадочку. Она такая слегка сферическая. Не попортит, вот, и силы нет тут такой особо, вот, просто я надавливаю и ищу угол,
как бы угла. Короче, удачный угол, чтобы это все безобразие. Вот. Такой вот штифт, я его уже зашлифовал, потому что он был задирами, плохо вытаскивался. Вот. Не люблю молотки. Вот. Бить или пиздить по винтовке. Ну, это все не мое. Вот. Так. Проблема, которая здесь была. Короче, вот этот штырек, видите, да, здесь? Он был здесь. Представляете? Он был здесь, просто я его спилил нахер. И как бы это зачернил. Вот сейчас покажу, как это было. Я не мог ее разобрать, я вообще в шоке был. Поэтому так сильно разочаровался. Вот. Вот такой вот был. Видите, да? Вот здесь. Возможно, сейчас на всех так будут делать. Или уже делают. Вот, что, ну, никак ты не разберешь, не спилив его. Вот. Так, у меня все в стоке, я это делаю, поэтому так небрежно. Если у вас там что-то там где-то как-то, то, блин, короче, будьте осторожны. Вот, сейчас покажу. Вот здесь это было, но ее уже даже не видно, эту рану, практически. Вот задний глубокий, как я говорил. Пружинка стоковая. Так. Сейчас характеристики скажу, какие. Так, длина 20, наверное, 4. Количество витков. Так. Отсюда буду считать так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, короче. Блин, если даже ошибся, пересчитывать не буду, чтобы ваше время не тратить. Так. Прут. 2,8, просто поверьте на слово. Примерно так. Не знаю, бывает ли 2,7. Ну, я тут с поршнем похимичил. А, кстати, надо посмотреть, что тут вот эта тяга взвода, как она. Так, сейчас я переломлю. Главное, чтобы по рукам не... Вот. Пак. Вот смотрите, тяга взвода здесь нормально примыкает. Пусть не под углом, но примыкает нормально к поршню. В принципе, достаточно ровно. Мне кажется, даже что на поршне как будто уже угол даже есть. Вот. Если нет, то можно сделать. Но, ну, может быть, и стоит здесь сделать. Пока не думал об этом. Так. Вытаскиваю поршень. Компрессию он держал, потому что я там похимичил. Вот. Вот я вот такой проводочек в него внутрь вставил. Блин. Винтовочку ударил. Ну, не сильно, но все равно. Вот видите, манжета такая вся. Хм. Прикол, что она была совсем драной, когда первый раз разобрал. А сейчас она, видимо, после замеров хронограф затерлась сильно. И вот эти рваные края, они уже какие-то такие, уже более шлифованные получились. Так, видите, такой красный проводок? Потому что компрессию не держал, видимо, слеженная была, не знаю, либо косяк там винтовки. Может, там зауженный компрессор или просто задиры. Ой. Поршень составной. Вот он уже сам штифт выскочил. Обычный проводок. Я думаю, даже по-другому немножко сделать, но потом, наверное, покажу в другом видео. Пихать не сам провод, а только изоляцию от провода. И, блин, я... Жопоруки, блин. Никак не могу вытащить. Просто волнуюсь, простите. Первый раз такое серьезное видео записываю. Вот. И вот с этим проводком компрессия стала прекрасная. Вот, и в принципе, я смотрю, видимо, вот эти как-то обтерлись, обгорели края, что ли. Прижглись. Можете мои предыдущие видео посмотреть, где... Поршень, манжета была такая совсем ободранная. Вот, что я говорю про самоликвидацию. Вот здесь, видите, затирается она. Вот затирается, затирается и, блин, слизывается. И металл слизывается. А, кстати, видите, смазка вот эта?
Я так понимаю, что я просто все почистил, ну вот стол я не смог, потому что шампола не было. Я придумал, короче, как это сделать, но я допустил ошибку, я хранил ее вертикально. Вот. И вот эта вот смазка, видимо, со свала вытекла и по-любому уже и в компрессоре. То есть мне придется заново расконсервировать. Вот. Короче, вот нити слизывается, блин. Мало того, что там пластик слизывается, еще слизывается металл. И вот это бесит. И причем так это грубо, задиристо слизывается. Вот. Дальше. Вот здесь вот, где вот эта штучка, ригель, наверное, да? Вот видите, как этот штифт слишком далеко забит. Видимо, его подбить надо, либо заподлицо его спилить. А, да, вот он здесь вот. Далеко слишком забили его. Вот, он здесь вылез. И вот эта вот часть рога. Сейчас покажу. Видите, там, да? Такая царапина. То есть начинает царапать, царапать, царапать. Тоже такие, ну, задирчики. Вон, задирчик. Нехиленький получается. Вот. Ствол я снимал. Но я его затянул очень аккуратно. До тех пор, пока просто вот в открытом виде люфта не будет. И потому что при покупке я, кстати, проверял насчет люфта. Вот. И он что в открытом, что в закрытом, видимо, без люфта. То есть затянул я даже чуть-чуть слабее, чем было. Вот. В принципе, он, видите, как легко все ходит. Вот. И второй косяк. Вот. Видите, рог царапает вот эту вот муфту пластиковую. Это тоже неприятно. Она, видимо, либо она в задирах, либо слишком плотно все-таки. Хотя я вообще как бы человек аккуратный, ну, плотно, естественно, не затягиваю. Так, значит, что сейчас я сниму ствол тогда, чтобы более детально разглядеть и предложить план действий. Вот такую вот танковую отвертку купил ради этой красотки. Кстати, до этого я выкручивал вот такой отверткой. В принципе, она аккуратно все выкрутила. Вот. Винт здесь. Это уже до меня. Немножко его. Видите, такой, да? Там я проверил, я вот на предыдущих видео посмотрел, еще до того, как я его трогал, это уже было. Чуть-чуть такой вот легкая, ну как бы, не знаю, там, деформация пала легкая. Это еще до меня было, вот. А и все-таки я купил вот отвертку большую. Вот такая вот насадка, это вообще на 12. Чтобы тупо аккуратно раскручивать. Она еще ударная, то есть если клинит винт, чтобы не портить, можно по ней ебнуть, и тогда она вот так вот повернется. Но, правда, надо смотреть там в какую сторону. Надо в одной сначала нам что-то провернуть, надо там что-то, не умеющий пользоваться, провернул, потом что-то ее ударил, она раз как-то прокрутилась, короче. Я сейчас просто выверну, потому что я знаю, что там я туго не затягивал. Поэтому просто аккуратно выверну. Это просто она перескочила на фиксацию вот эту для удара. Чтобы ствол с этого не было фигни, короче, с задирами муфты. Ствол, я думаю, что все-таки не стоит так плотно затягивать. Что надо помягче затянуть и какие-нибудь придумать шайбочки. Возможно, какие-нибудь там тефлоновые, тонкие прям. Либо стальные. У меня были идеи там, вот, как сделать. Вот, и может из баночки, может там еще из чего. Вот. Короче, думаю, что я так и сделаю. Вот. Так, вытаскиваю. Плохо, что здесь нету втулки стальной. Было бы понадежнее, потому что протираться будет, блин. Потому что натяжение там, не знаю, может как-то можно замонить, высверлить и вставить втулку металлическую, вот.
И к ней шайбочку, например. Было бы прикольно. Так, ну вот, еще раз покажу, что тут слизывается. Вот. При каждом открывании и запирании ствола слизывается не только пластик, но и металл. Причем так грубо, с такими прям канавками. Это при том, что винтовка выстрелила в своей жизни 10 раз, максимум 10. Кстати, там можно там нарезы посмотреть. Так. Ну, я посмотрел вот так вот, просто посмотрел без там фанатизма какого-то там. Все вроде бы аномалий, вопросов не возникает. Вот. Блин, я, наверное, поторопился, ствол снял, хотел показать, что перекрутка не совпадает, но поверьте мне на слово, он закрыт на одну треть. Одну треть он меньше. Так. Конечно же, этот полуфабрикат требует, я бы сказал, серьезного такого напилинга. То есть человек должен быть фанат своего дела. У меня есть кое-какие идеи. Сейчас я их озвучу. Вот, вот здесь были сильные, кстати, такие вот задирчики. Вот, ну, я их уже устранил, чтобы просто по манжету не порвать. Без того драный, вот. Металл, как я сказал, крепкий. Вот сейчас вот здесь все гладенько. Ну, я зачернил это тоже, чтобы меня просто лично это не бесило самого. Вот это вот тоже. Вот, я сейчас задумался, ну, это просто смазка у меня не... Вот, я задумался, во-первых, вот здесь я прям чувствую такой задир прям. Прям от руки, вот с этой стороны. Давайте детально попробуем рассмотреть. Вот, что колесо, возможно... Короче, вдруг кто-то смотрит, кто не знает этого. Вот, вот здесь такое колесико есть. Оно, короче, по этой, по компрессору ходит, как бы, тяга взвода, вот это вот. Это колесико без подшипника, это просто вот тупо колесико. И оно часто стопорится, перестает работать и начинает продирать просто компрессор. Ну, естественно, это на усиленных винтовках, вот. Я его, конечно, обильно смазал. Вот, но я думаю, что предпосылки к этому, это вот как раз-таки вот эта вот часть задиристая. Видите, какие задиры? То есть колесико начинает задираться об эту часть, проворачивается и задирами стопорится. Из-за задиров этих стопорится в этом. Ну, кстати, у меня как будто бы даже есть какая-то дорожка такая легкая. Но я надеюсь, это масляная дорожка. Вот. Стопорится и перестает крутиться, короче. Я видел, один человек рекомендовал вот здесь как бы сделать такое закругление, чтобы колесико, как бы обычная штука, не стачивалась, и дальше оно типа вот дальше идет гладко. Вот. И у него там газовая пружина была, там усиленная она была, там винтовка, вот. И с этим проблем у него не возникало. Вот, он говорил, что вот, хвалился, что он хорошо так сделал. Что вот. Вот. Я думаю, что по-любому надо убирать вот этот, хотя бы как минимум задир, вот этот, потому что здесь вот реально вот так вот трогаешь вот в эту сторону. Блин, я показываю так все, блин, беспонтово. Что самому аж неприятно становится. Короче, в эту сторону трогаешь, и чувствуется, как это задирается. Вот. Убрать нахер, короче. Вот здесь, я думаю, тоже все вот это вот подшлифовать. Да, вот этот рог. Слышите по звуку даже? Короче, вот эти рога, они действительно вот с этой стороны задиристые. Их надо тоже бы убрать. Я еще думаю, вот, о, вот здесь пипец задир. Вот по ощущениям. Я не знаю, как будет ли это видно визуально.
Ну, эта часть, она тоже такая, как будто бы там вот с закрытыми глазами сделал бы, подумала, что здесь заусенец. Так вот вроде бы не видно. Короче, здесь я тоже планирую, не знаю, правильно это неправильно, такую легенькую-легенькую закругление сделать прям. Тупо, чтобы оно не острое было. То есть не планирую прям вот что-то такое делать. Просто аккуратненько. Сейчас, может быть, даже прикольнусь. Покажу, что я имею в виду. Можно такой напильник взять. Можно побольше. Кто чем любит. Ну, естественно, там надо обладать слесарными знаниями. Ну, знаниями, опытом. Вот, я думаю, что вот так вот. Прям аккуратно-аккуратно, прям. Прям чувствуется, как он даже застревает. В общем, сначала так, напильником. Потом, наверное, вот такими движениями, чтобы это все-таки чуть-чуть закруглить. Вот снизу не так, а вот здесь, прям сверху у них. Вот с этой части есть такой задир. Да, прям чувствуется, как цепляется. Здесь можно напильником побольше. Ну-ка, вообще чуть дало. Как ни странно, я вообще еле касался и уже чувствую, что этот задир исчез. Более плоским, побольше. Вот здесь вот с краю все-таки есть еще. Ну, я так скромно делаю, просто чтобы никто не повторял всякие гадости за мной. Вот, как говорится, как-то так. Вот, видите, вот там, да, продрано тем штифтом, который ригель держит. Я думаю, подбить его или заподлицо. О, и вот здесь, смотрите, продрано тоже. Так, я не понял, почему с двух сторон продрано? Здесь, видите, тоже. А, блин, не видно. Ну, так вот. Здесь вот продирается. И здесь вот продирается так. Надо понять. Если с одной стороны происходит из вот этого штифта ригеля, то из-за чего происходит с другой стороны? Вот здесь тоже такое ямочка. Короче, придется какие-нибудь шайбочки придумать, типа из, может быть, из алюминиевой банки, но алюминий, считаю, не очень хороший. Лучше какой-нибудь плоский там тефлон, фторопласта, капролон, чем-нибудь такое придумать. На крайняк я думал, у меня были мысли из бритвы сделать, но из бритвы надо, блин. Ну, как бы это хорошо, конечно, сталь, вот, но надо ее будет обрабатывать так, чтобы она тоже как бы ничего не резала. То есть, ну, это все не вопрос, все это можно сделать. Вот так. Самое стрёмное, наконец, короче, это то, что творится внутри компрессора, точнее, что на дне компрессора творится. Сейчас, секундочку, опять же. Ну, короче, блин, я пробую это все это дело. Это для меня как вызов. Возможно, мне удастся что-то сделать с этим, а возможно, нет. Вон, видите, что? Вот эти вот заусенцы, это прям что-то страшное на самом деле. Я сейчас просто смотрю в камеру, не в компрессор, и мне даже страшно становится. Очень буду надеяться, что шлифовка именно дна компрессора поможет. Потому что если там не только дно, а еще куда-то это заусенцы заходят, это будет жопа. Самое настоящее анальное отверстие.
Ну, компрессор ужасный. Как в фильмах ужасов, короче. Как будто не мир 15, 512, а чужой 512. Ва-ха-ха-ха. Почему-то я не отчаиваюсь, почему-то мне кажется, что все будет хорошо. Просто видите, такое отражение происходит. Вот, и мне иногда кажется, что мало ли это уже на стенках, а стенки на компрессоре это самая жопа, которая вообще неисправимая. Я слышал, что они могут просто тупо заужаться даже. Либо на них как вот это вот всякое. Ну, вот эти заусенцы на к стенкам приваренные. И там жопа так, что манжеты рвутся, рвутся, либо слеживаются тут же. И никак мне это не исправить. Ну, я думаю, что здесь шлифовка дна компрессора поможет все-таки. Ну, вот вы смотрите и сами делайте вывод. Надо вам это, ну, дохаться с этой херней, мать ее. Вы стрелок или слесарь? Что вам больше по душе? Наверное, это все, что я хотел сказать, все, что показать. Я буду пытаться все это исправить. Все-таки я сейчас прикручу ствол и покажу несовпадение перепуска. Но даже если у меня перепуск 3 миллиметра, я считаю, все равно это допустимо, потому что винтовку скорости выдает. И почему я говорю 3 миллиметра? Потому что он не совпадает с отверстием ствола. Вот. Главное, что скорости выдает. Все. Там чуть меньше, чуть больше, там плюс-минус. Ну, это во-первых. А во-вторых, вы же не смотрели все мурки. Может, там на всех мурках все не совпадает, блин. Может, даже на иностранных. Нет, на иностранных совпадает, кстати. Ну, на хачах, по крайней мере, у меня два хача, на них обоих совпадает. Но, опять же, это не пистолеты, не винтовки. Кстати, будет видео, где я буду рассказывать, как в магазине это можно проверить. Ну, стенки-то вроде как это. Компрессоры-то вроде неплохие. Вот это, кстати, вот пятнышко. Это, я так понимаю, сварка ласточкиного хвоста. Но он в таком месте, где это манжеты нет. Здесь вторая вот она. Хочу максимально показать, но, блин, как получается. Просто человек знал, чем он может столкнуться и чего ему ожидать. Я, конечно, надеюсь, чтобы вам попались удачные экземпляры, где вот этого безобразия нет. Потому что у меня, по сути, косячная, которую можно, блин, обратно нести. Потому что манжета вся была драная. Она, видимо, просто говорю, либо поджарилась немножко, либо протерлась. Но была драной, компрессии вообще не было. Так, ладно. Я сейчас прикручу ствол обратно, чтобы тупо показать, что отверстие перепуска не совпадает. Так, я, короче, прикручивать не буду, я просто вот его вот так вот зажму. Вот так вот зажму его. И сейчас я ради зрителей, ради будущего людей, жертвую, опять у меня сейчас будут продираться эта херня, блин. Я жертвую это ради вас, ребята. Так что. А, вот. Видите, оно получается. Иногда кажется, что даже наполовину закрыто, но я думаю, что на треть.
Я сейчас сам посмотрю так. Ну да, но причем... Сейчас на камеру. Оно причем не симметрично, а еще немножко со смещением, то есть куда-то влево. Естественно, это скажется на точность, по-любому. Куда-то будет она это промахиваться. Ну, я думаю, в рамках все-таки коррекции прицельных приспособлений. Буду надеяться. Блин. Камера не может сфокусироваться нормально. О. Вот, то есть оно получается как бы смещено немножко и в сторону, и вниз. Видно, где резинка сидит. Было бы круто, конечно, если бы это косячная резинка оказалась. Но это точно нет. Прикольно, если так резинку наоборот перевернешь и все бы на место встало. Ну, блин, это точно нет. Здесь не совпадение явное. Ну, я спокойно к этому отношусь. Потому что не факт, что другие мурки. О, вообще как будто половина иногда кажется. Не факт, что у других мургов все идеально. Вот, да и многие бурепутки зауживают. А у меня уже он заужен будет, так что все будет, надеюсь, нормально. Ну, конечно, надо будет проверять перепуск на утечке. Вот, ну, все сделаем, разберемся, справимся. Пожелайте мне удачи. Спасибо всем, что, блин, посмотрели такое видео, блин, долгое, нудное. Вот. Ну, я это хотел ради пользы, чтобы помочь всем ребятам, вот, кто либо планирует, либо купил, либо еще что-то. Вот. Так что благодарю. До свидания.